Перед выходом на маршрут обязательно разминка. Сегодня ее проводит лидер движения общественной поддержки «Мы Мытищи», руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Михаил Мурзаков. Как педагог по физической культуре по первому образованию, он ежедневно занимается спортом не менее часа и подает пример активистам клуба «Активное долголетие». Раз, два, три, четыре, раз, два, три, закончили. Все, здорово. Наш клуб «Активного долголетия» – абсолютный лидер в Московской области. У нас практически в пешей доступности наш лесопарк. Там великолепная тренажерная площадка. И, в общем-то, часть тренажеров вполне подходит для этих достойных граждан. К такому предложению активистки клуба отнеслись с энтузиазмом. Мне 78, скоро 9 будет, 79 лет скоро будет исполниться. И благодаря вот таким вот нашим преподавателям наша жизнь продолжается цветущей, жизнерадостной, хорошей. Спасибо вам всем за вашу доброту, она к нам отношение. Я хожу сюда, конечно, недавно, 2 месяца всего-навсего, но впечатление у меня... очень хорошие. Я похудела на 8 килограмм. Вот. Все мне здесь очень нравится. Очень нравится. Здоровье прибавилось. И вообще в жизни изменилось очень многое. Скандинавская ходьба – самый популярный вид досуга у этих мытищинок. Ей занимаются практически все активистки. Трижды в неделю группами по 20-25 человек выходят на аллею, чтобы пройти привычный маршрут. В чем хороша и полезна вот гимнастика, именно скандинавская ходьба, для вот пенсионеров? То есть у них в этой гимнастике распределение нагрузки идет равномерно. То есть это как раз не напряжение на суставы, не на вены. Они опираются на палочки при ходьбе, поэтому это самая адаптивная для них вот зарядка. Клуб «Активное долголетие» в Мытищах открылся одним из первых в Подмосковье. Сегодня его посещают более 500 жителей округа. Представители старшего поколения успешно осваивают компьютерную грамотность, занимаются творчеством, рукоделием, танцами и спортом. И все это для них бесплатно. Юлия Федорененко, Андрей Капустин, Первомытищинский.